Незапланированная остановка. ДТП произошло во вторник утром на улице Павла Большевикова областного центра. Автобус «Богдан» 14 маршрута под управлением мужчины 1974 года рождения на полной скорости влетел в припаркованную у края проезжей части фуру. О силе удара говорит то, что переднюю часть маршрутного транспортного средства буквально смяло. К счастью, пассажиров в салоне не было. Автобус еще не вышел на маршрут. Пострадал кондуктор. Женщина впала в кому. Водителю из искореженного автобуса помогали выбраться спасатели. У него перелом ноги. Причины произошедшего устанавливают.